Сегодня 12 апреля, день, когда мы летим на Шри-Ланку. Время 5 часов вечера, я вышла с работы и еду на Белорусский вокзал. Апреля мы прилетели на Шри-Ланку, в Коломбо. В Коломбо на 2 дня арендовали квартиру рядом с кроссфит-залом. Я эти 2 дня хотел походить в кроссфит-зал, а потом дальше поехать по острову, посмотреть, посерфить, покупаться в океане. Тут получилось, что на эти дни, когда мы приехали, попадает сингальский Новый год, и очень многие заведения закрыты, кроссфит-зал в том числе. Получается, что в зал мы не попадаем, особо-то и сходить некуда, все закрыто. Поселились мы в центре города, в Коломбо. Рядом пляжа нет, поэтому мы поехали на юг острова, на ближайший пляж. На пляже встретили закат и поехали обратно. Вечером посидели, подумали, что в принципе ловить в Коломбо следующий день нечего. Забронировали в Хикадуве квартиру. Хикадува — это такой маленький городок на юго-западе острова. Вызвали утром Uber, доехали до ЖД вокзала и поехали на поезде в Хикадуву. Коломбо, good morning, субботу, да, куда нам, Питрата, кинь, куда рата? В Хикадуве заселились в отдельную квартиру. Она находится на 2-м этаже дома. На 1-м этаже живут хозяева, местные хозяева этого дома. А на 2-м этаже как раз эта квартира отдельная с балкончиком, в которую мы заселились. Вот так по лестнице поднимаемся. Балкончик здесь. Там кольца повесил заниматься. Гостиная. Ну, гостиная, прихожая. Потолки отличные. Как раз доска вмещается. Спальня, техника заряжается, наш чемодан, раковина, туалет, душ, холодильник, стиральная машинка, газовая плита, овощной суп, чайник, тарелки, чашки, раковина. Мы здесь забронировали на 4 дня, нам нужно продлить. Because of New Year. Expensive room, let's
645 скутер, да? Окей. В доме, в котором мы сняли квартиру, там на втором этаже, привезли нам байк вечером, вот тут стоит. Вот сейчас заберем байк и поедем смотреть местность, поужинаем. Пробег 9000, ну такой уже, да, приличный. Пейпом. Коцка. Сзади номера нет. Вот, видишь, подставка. Такой не был никогда. Первый день мы заселились, ходили на пляж, купались. А на следующий день с утра поехали еще южнее острова, в город Гале. Там находится форт. А вечером я ходил на доске, катался на местном пляже. Ехали сейчас по, ну, практически по побережью, по дороге, и увидели вот такую дырку в стене. Вон там. И заехали сюда. И здесь пляж, где никого нет. Сейчас покажу. Здесь зашел, меня постоянно туда сносит, к тем камням. Видишь, где сейчас волна заходит? Ну, меня волна скинула с доски. Я животом и спиной, кстати, спина нормальная. Спиной чуть-чуть ударился об камни. Ссадина или что? Где камни, очень опасно. Вот там он тип катается, но он прям далеко-далеко. Смотри, смотри, не приблизись. Да нет, видишь, на деревья летучие мыши, они вот так подлетели сейчас и ногами зацепились. Правда. Блин, какие здоровые. Блин. Посмотри, посмотри, сколько их. Зяблик.